Александр Сергеевич Поппер. Это убийство перевернуло историю русской и мировой литературы. Что это? Это похоже на тщательно организованный заговор. Кто на самом деле был виновен в смерти автора? Мерзавцы. Пришло время узнать правду. Он готов был жизнью пожертвовать, любовью, но только нечестью. Между вами было что-нибудь? Поклянись перед образом! Анна Снаткина и Сергей Безруков. Убили! Гений с одного взгляда открывает истину. Анна сильнее царя. И именно она остается потомком. Пушкин. Последняя дуэль. Воскресенье, 21 ноября на ТВ-1000, Русское кино.